Канун зимних праздников еще 20 ишимцев стали обладателями новых квартир. Ключи от жилья они получили по программе переселения из аварийного фонда. Всего в этом году в Ишиме 90 семей получили возможность улучшить свои жилищные условия. Таким образом, город перевыполнил план переселения. Вместо 18 в эксплуатацию введено 24 тысячи квадратных метров жилья. Прекрасно! Мы довольны, вот вы если видели сегодня у нас... Все улыбаются, все радостные, хоть много людей пожилых готовы были пританцовывать, потому что радость, потому что счастье, потому что Новый год впереди, а у нас уже ключики в руках. Еще 30 домов ликвидируются на территории города Ишима. Это очень здорово, потому что у нас земли под застройку нового жилья практически нету. Мы снесем старое жилье и на этом месте будем застраивать новыми домами. И, конечно, город Ишим украсится новыми застройками.